Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами сыграем в игру Roblox Zombie Attack. Итак, выбираем легкий режим игры. Появляется наш чудо-человечек Roblox. Ознакомливаемся с комнаткой. Так, тут напарнички появляются. Вот кипарик такой прикольный у чувачка. Так, давайте смотреть, что тут нужно делать. Тут доска какая-то, мы смотрим. Тут, наверное, топ-10 уровней. Топ-10 игроков, которые набили лучше всего, наверное, зомби и набили денег. Так, дать 1000 долларов кэша, дайте. Так, это не дать всякие рекламы, бонусы, все дела. А как-то... О, только хотел спросить, как воевать, и нас сразу кинуло. Смотрите, так, берем единичку. Это, походу, пистолетик. Ну что... Музычка, как всегда, на высоте. Тут ребятки уже воюют вовсю. А, смотри, сзади тебя зомби. Все, я понял, что тут надо. Тут надо их бить со всех сторон, они прутся. Ой, мужон вообще огонь. Так, что ты тут бегаешь, зомбак? Ничего себе, еще и гранаты бросаешь. Так, давайте. Ох, там нашего прессуют. Помогаем. У него уже мало жизни. Сейчас, ребята, тут супер игрок пришел, вам поможет. Смотрите, как я всех буду лихо снимать. Так, где зомби? Тут снимал. Вот они. А, что ты бежишь? Не бей, попасть не могу. Есть, минус. Опа. Типа стена очищена. О, это что? Это босс какой-то, небольшой такой. Ой, черный какой-то. Тут, оказывается, не только зеленые зомби, еще и... А, вон на крыше наш чувачок. Луны. Так, у нас пока первый уровень, и опыта только 25%. Надо качаться. 29. О, за мной бежит, помогите! О, тут есть большие зомби, есть поменьше. А есть вон синие какие-то. Ай, зомби, типа ледяной. На, фух, напугало меня. У людей уже... Ой, как много за мной бежит, помогите! Сколько вас, отстаньте! Это зомби-апокалипсис. Так... На-на-на-на-на-на-на. Вот так. Хедшот. Все, за мной гоняются как-то. О, бьет, бьет. Фу, вот спас я тебя. И себя спас, и тебя спас. Без паники, ребята. С вами играет лучший игрок Roblox, между прочим. Так. По крайней мере, лучший игрок зомби. Видишь, как я лихо снимаю. Тот, видать, на перекуре стоит. А, нечаянно на чат нажал. А вон у кого-то птица какая-то, феникс летает золотой. С мечом бегает. О, какой-то монстр был, как мумия, что ли. О, скоро будет второй уровень у нас. Так, гасим, гасим. Их просто бесконечное количество лезет-то. Есть. Давай, отходи, отходи, я тебя прикрою. Вон, гранаты берут. Молодцы, собирайте. Попробуем и мы взять гранатку. Ага. Циферка 3, появилась гранатка. Ну, мы потом ее используем. О, они меня увидели. Ух. Вот большой попался. Зубастый такой. Ах ты такой. На, получай. Ой, чувствую, сзади бежит. Ой, капец, капец, как нас много. Что-то заблудился, мать. Ой, столбик. Ох, еле вылез. Ох, опять набежала-то, как мух прям. Но не то-то было. Не, вот это рубилово. Нубики-зомби. Вот даже тоже с ножом, смотрите. Ближний бой, так, перезарядочка. О, завалили нашего. Зря с ножом бегал. Лучше всего оружие дальнего действия. И вообще вот так вот на крыше, наверное, лучше всего. У них вообще автоматы крутые какие-то. Вот так на крышу залез и стреляй, тебя они не достанут, а ты набиваешь деньги, опыт. Да, давайте этого спасем. Вот там крадется, крадется. На, дружбаны, крадитесь чисто сюда. На выстрел подходят. Ой, а что это такое с крыльями-то, а? Лютая. О, как вас много! Ну что-то вот это с крыльями у него жизни вообще не отнимаются.
О-о, походу мы, ребята, с вами попали. Какой-то демон. Какой-то красный с крыльями. Ай, ай. Ой, еще один, их два. Так, что-то обстановочка накаляется. Помогайте, вы там на крыше, помогайте. Смотрите, я в него стреляю, все равно, что зубочистками просто как-то ковыряю. Щекочу его так-то. Его не берут мои пули. Давайте пока зомбака того снимем. Эй, на крыше, помогайте. Я не понял, я что, тут один остался или что? Опа, уровень третий нам дали. Интересно, а с уровнями что дается? И опыт, там, деньги, умения какие-то, может. Напишите, ребят, в комментариях, что с уровнем нам-то дается? Какие-то умения, что? Или просто так, для прикола? Ну что, демон таки, жизнь отнимается. О, переключился на дрон. Супер. Опыта дало много. Понятно. Хорошо, что их немного, этих демонов. Если бы их было так, как зомби, мы бы, наверное, с вами бы уже слили. А там на крыше вообще пацанва такая. Крутая. Какие-то олигархи с пистолетами, автоматами такими, не то что мы. На, давайте я спасу. Это вообще назад не... Ой! Извиняюсь. Не увидел. Назад не смотрите вообще. О, опять набежала, как муравьев. Ну ничего, мы уже приловчились хорошо выстрелять. О, один с крыши упал. Решил погулять-то тут. Да ты что, смотрите, как их много, капец. Ну зомби эти, конечно, самые слабенькие. Слягают после пару выстрелов. Так, что это? Волна восьмая. Интересно, с каждой волной оно посложнее или нет? Или постоянно одно и то же? О, людей накидало опять. А, понятно, то есть когда новая волна, всегда новых ребятишек подбрасывают в команду. То есть те, кто проиграл, все, они ждут новую волну. Но мы уже длимся, держимся, вернее, долго. А, за забором стоите, да? Так, о, на меня пошли. О, вот этот какой-то вампир. Отстань от меня! У него опять много жизней. Сейчас, почти. Есть. Так, этот попроще будет. Они даже взрываются. Я тебя спасу, дружище. Ну и рубилово, ребятки. Очень много зомби. Прям апокалипсис. Конец света прям. Ой, ай, ой, что-то меня бьют. Ай-яй-яй-яй-яй. Фух, получилось. Вот там вот я смотрю за забор. О, смотрите, там гоняются. Все, разложили нашего напарничка и переключились на нас. Да, бегите, бегите. Я сейчас вас быстренько тут поразбираю. Опа, мы в тупичке разворачиваемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Достают потихоньку. Смотрите, новая волна. Наши напарники, подмога пришла. Фух, мы уже пятый уровень. Так, гранату давайте попробуем кидануть. А ну, баба. Ну, не сказал бы я, что... А ну, давайте с ножиком. Тыщ, тыщ, на тебе. Ну, такое. Ты хоть их и бьешь, но они тебя тоже бьют. Ребята, а где тут жизни можно смотреть? Не понимаю, не вижу. Так. О, а вон я нашел, что... 32 врага осталось, 29 до врага, до босса. Видишь, wave until boss. Один. Так, 20 зомби осталось до босса. Посмотрим, что за босс. Я еще не видел босса. Итак, давайте этих хозявок всяких перестреляем поскорей. Ну, рубилово, конечно, знатное. О, коктейль Молотова. Затестим. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то меня поклепали. А ну, давайте кинем. Вот, сейчас в этого. Давайте вот в этого сейчас. Бум! Ну, такое. По-моему, пистолетик получше будет. Так. Ну вот, еще люди подошли. Так, зомбички. Ох, как вас там много. Слушайте, где вы беретесь-то, а? Кто вас там так клепает, я не понимаю. Какой-то колдун, что ли? Отстань от него.
О, нам уже 6-й уровень дали. Ай-яй-яй-яй-яй, как набежало вас много. Рассыпались. Так, ну что, мы набили с вами 1170 долларов. Что, где можно купить? Давайте смотреть. Так, у этого дядьки вроде как ничего. Это наша база, мы вернулись. Сейчас, по идее, новая волна, и нас обратно бросят. А ну, что нажать? О, на плюсик нажимаем. Вот магазин. То есть у нас пистоль есть, револьвер. УЗИ еще закрыто. Давайте купим револьвер. Он, наверное, будет рубить. Интересненько. Так, как выйти из магазина? Это миссии какие-то можно смотреть. Так, что-то я не понимаю. О, УЗИ, может, можно было купить? Да ладно, как выйти-то? А, вот. О, какой человечек. Руки-базуки какие-то появились. Так, ну что, ждем новую волну. Сейчас мы опробуем наш пистолет. Полетели. Босс. Ух ты, мы как раз попали на босса с вами. Как нам повезло. Смотрите, у него жизни 24 700. Его зовут Мегатан какой-то. Ох ты, Ник. Чегошечки-то себе. Давайте его мочить-то. О, жизни хорошо отнимается. На-на-на-на-на. Нас тут много, а он... Ой, что это такое белое, непонятно. О, оно, походу, бьется. Значит, смотрите, близко возле него... Ой, блин, даже так. Вон, одного нашего развалили. Так, значит, близко к нему подходить нельзя. Или надо прыгать. Вон, второго нашего развалили. Так, на первое время показалось... Он легче будет. Что, какие-то бомбы кидать. Давайте и мы тут на крышу. А, залезли. Ух ты, блин, не успел залезть на крышу, уже по мне бомбочку кинул. Так, ну зато вот эта белая волна нас, по крайней мере, не будет бить, да? И вот с крыши как-то получше работать. Ну что, почти половину жизни мы ему сняли. Что-то так как-то... Револьвер, по-моему, так себе. Он как-то медленнее стреляет. Перезарядка чаще. Так, на ту сторону отошел. Удобнее стрелять по нему. Я не пойму, я попадаю. Ой, зомбик подошел. Ух ты, блин. Гранату по нам кинул. Ага. Когда он подходит под этот домик, он гранату кидает туда. Ух ты, блин! А когда подходит под тот домик, гранату кидает на нас. Поэтому, наверное, надо отходить. Отойдем, отойдем, отойдем. Так, кидай вон по тому. Ага. По соседу моему. Птица этой, Фениксом. Отходим. Отошли. О, по нам не попали. О, ну все, у него 5000 жизней осталось. Сейчас мы его быренько добьем. Так, отходим. Вот там зомби лазят. Ух ты, блин, как закидывают. И сюда закидывают. Ну все, последняя 1000 жизней. Давай, 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 давай. Есть. Победа, ребята, поздравляю. Был тяжеленький такой босс. И нам дали неплохо опыта, денег. И что там еще? И все вроде... А, какой-то ключик один дали. Что за ключик? Вообще не знаю, зачем он нужен. Да. Что тут остались всякие мелочи? Или это уже новая волна? Какие-то... Как-то они быстрее стали бегать, слушайте. Давайте попробуем побить, повоевать еще. Ой, сразу 3 штуки. Power up. Что-то нам дало. Он на крыше тоже. Давайте поможем нашим. Поможем. Так. О, музычка опять подключилась. А то как-то без музычки не то пальто. О, какой-то эльф. Не было эльфов еще. Какая-то девочка ходит потеряна с каким-то пистолетом светящимся. Так, наверное... Этот, ай, зомби опять за мной гонится. Ледяной.
Да. Ну что, ребята, мы неплохо повоевали, ознакомились с этой игрой, с зомби атак. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обязательно еще поиграем в два пистолета. Всем пока-пока!